Вот этих малышей вчера просто выкинули фактически на мороз. В коробке оставили около подъезда. Но неравнодушные люди занесли их в подъезд, чтобы хоть они не могли замерзнуть на таком холоде. И самое страшное другое, то, что обращение жителей в администрацию города не принесло никаких результатов. Группа передержки отказалась принимать этих кутят. Частный приют Смотрова Николая Ивановича, который ратует за животных, тоже отказался от этих кутят, мотивируя о том, что у него тоже нету людей и некому ухаживать. Остались только мы. Наш приют, в скобках он, будем говорить, городской, который не финансируется, работники не приняты на работу, но мы не могли так просто взять и оставить этих бедолажек на замерзание на улице. Пришлось взять.